Тольятти в одном из торговых центров прошел рейд по соблюдению масочного режима и других профилактических мер. В нем участвовали представители Роспотребнадзора, полиции и администрации города. Они проверили наличие одноразовых масок для посетителей и санитайзеров для обработки рук. Торговые точки также были проинспектированы. Согласно правилам, каждый продавец должен носить маску, обрабатывать рабочую зону и напоминать о правилах посетителям. Цель данных мероприятий, рейдов – профилактика коронавирусной инфекции, разъяснение гражданам, жителям, также кто оказывает услуги в сфере продаж, услуг в сфере детского развлекательного центра, а напоминание мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции и департамента транспорта проверили, как соблюдаются антиковидные меры в общественном транспорте. Напомним, что каждый пассажир и водитель обязаны носить защитные маски во время поездок. На пассажиров, которые ехали без масок, были составлены протоколы. Мероприятие проводится ежедневно сотрудниками департамента. Совместно с сотрудниками полиции рейды проводятся на транспорте в разных районах города. Практика показывает, что пассажиры соблюдают масочный режим. Кто не соблюдает, проводятся профилактические беседы. В Тольятти продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Все жители обязаны носить в общественных местах защитные маски, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки.